Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. И сегодня традиционный садовый влог. У меня продолжаются пересадки. Я еще не все пересадила из того, что планировала. Покажу вам еще, наверное, сегодня несколько кусочков, которые я переделываю в саду. Ну, а также, благодаря тому, что наконец-то после многих дней дождей у нас выглянуло солнышко, я буду подкармливать, наверное, розы и опрыскивать их от болезней. В общем, все-все-все, что я не могла сделать, пока шли дожди, было сыро и холодно. Меня просили показать пересадку пионов. У меня тот кусочек, который я буду переделывать, я вот сейчас нахожусь в его эпицентре, можно сказать. У меня здесь сидит хост и сидит пион, который нужно куда-то убрать, так что я вам, можно сказать, в режиме реального времени покажу, как я это делаю. Хоста, кстати, огромная, я предчувствую, что мне предстоит с ней капитальное сражение для того, чтобы ее выкопать, но выкопать ее необходимо, потому что она очень сильно разрослась, это сильный сорт кросса регал, и она мешает молодой яблоне. Если ее оставить, то я боюсь, что она просто забьет эту яблоню, и яблоня погибнет, поэтому я буду ее перетаскивать на новое место, тоже покажу вам, пойдемте смотреть. Мы, конечно же, вышли победителями из этой схватки, но хоста не сдалась без боя. Вытаскивать ее оказалось достаточно сложно, потому что она очень большая. К счастью, хосты прекрасно переносят даже вот такую варварскую пересадку, когда обрезаются корни, потому что хосты – это, наверное, единственное растение, которое я, когда пересаживаю, я пользуюсь не вилами, а лопатой. Подрезаю корни, потому что иначе вот такого монстра вытащить будет просто нереально, и объем корней тоже будет такой, что мне кажется, человек 5 надо, чтобы ее вытащить из ямы. Все остальные растения, когда я пересаживаю, я подкапываю их вилами, чтобы максимально сохранить корни. Ну, хосты в этом плане очень простые растения. Их можно пересаживать весной и летом практически в любое время. Они прекрасно переносят пересадку, потому что у них корневая очень мощная, корней много, что даже если вы их все подрежете, в общем-то, хоста все равно хорошо себя будет чувствовать, и пересадку они прекрасно переносят. Ну, а это мое прекрасное чудовище я переселю на новое место жительства. У нас почти созрел виноград. Это, мне кажется, сорт Изабелла. Нам подарил его сосед. Конечно, если честно, я не очень представляю, какого вкуса будет виноград после нынешнего лета. Я думаю, что он годится разве что на винный уксус. Но, тем не менее, урожай, как видите, достаточно обильный. Поэтому не знаю, как на вкус, а на вид смотрится очень красиво. Мне, кстати, очень нравится виноград именно как декоративное растение. У него такие красивые фактурные блестящие листья. Он очень красиво завивает опору, поэтому держу его скорее за красоту. Ну, а ягоды – это такой приятный бонус. Кто любит что-то делать из винограда, вино, наливки и тому подобное. Вкус, конечно, в нашей полосе оставляет желать, но красиво. В этом году у нас очень много яблок, и это, к сожалению, чревато вот такими проблемами. На яблонях под тяжестью яблок, плюс когда дожди, листва намокает, яблоки намокают, все это имеет большой вес, и, к сожалению, деревья ломаются. Здесь на яблоне у нас сломалась ветка, будем ее убирать. Всегда очень жалко, когда деревья ломаются, но, увы, что делать. Кстати, это старый сорт Антоновка, настоящая Антоновка, которую сейчас уже нигде, мне кажется, не купить, потому что все, что продается в магазинах, это
всевозможные улучшения, обновления, а старых сортов яблок уже, увы, не найти. Старые сорта, они, конечно, самые вкусные, самые удачные в основном. Все те, что я знаю, у нас все сорта старые. И я их стараюсь теперь сохранить, прививая веточки со старых деревьев на молодые саженцы. Меня просили рассказать о инструментах, которыми я пользуюсь в саду. Ну вот после дам пересадки расскажу про мои копательные инструменты. У меня сейчас все Гардена, и вилы, и лопата. Я до этого, наверное, каждый год стабильно ломала по лопате и по вилам, потому что, как вы могли видеть, в сражении с хостой у меня достаточно большие растения, их таких много, я их часто пересаживаю, и, конечно, в таких условиях нужен крепкий инструмент. В итоге я, после того, как сломала несчетное количество лопат и вил, я решила все-таки разориться, купить себе хороший крепкий инструмент, пускай более дорогой. Вот у меня лопаты и вилы от Гардены. Кстати, что-то из этого подарок друзей. Живут они у меня второй год. Пока показали себя прекрасно, не ломаются, пока держатся в нелегких условиях моих пересадок. Они полностью металлические, и черенок, и рабочая часть. Плюс у них и у вил, и у лопаты. Вот здесь вот очень удобные такие резиновые накладочки, на которые наступать. Благодаря им нога не скользит. Покрыты чем-то вроде полимерного или порошкового покрытия. Ну вот, правда, на лопате у меня в паре мест ободралось. Ну и, конечно, на рабочей поверхности ободралось. Очень острый, крепкий, хороший. Я надеюсь, что прослужит мне достаточно долго. До Гардены у меня была еще одна попытка купить фирменные вилы. Это Fiskars. Они тоже целиком металлические, но они мне меньше понравились. Вот видите, уже один зуб у них погнулся, потому что зубцы менее мощные, чем у Гардены. У Гардены они толстые, плоские, и поэтому я надеюсь, вот такой беды с ними не случится. Потому что я все вилы в основном гну вот именно так. Зубья у меня пляшут в итоге в разные стороны. В продолжение темы яблок хочу показать вам вот такую классную штуковину, тоже от Гардена. Купила ее в прошлом году, как раз заказывала что-то из инструмента другого гарденовского. И у них в описании было видео общее по их инструментам садовым. Вот случайно увидела такой вот плодосборник, впечатлилась, купила. Хочу показать вам, потому что я думаю, многие такую штуку не видели, а изобретение, на мой взгляд, просто гениальное. В годы, когда много яблок, я думаю, те, у кого есть газоны, знают, какая-то головная боль собирать падалицу. Яблок очень много, и поштучно их выбирать это может иногда целый час занять. Вот такая штука, она катится по земле, у нее мягкие прутья, эластичные, и яблоко, когда вы на него наезжаете, прутья раздвигаются, оно проскакивает внутрь. То есть вы проехали по яблоку, и оно внутри. И таким вот образом буквально за 5 минут можно собрать все яблоки. Единственный момент, конечно, собирать надо, как только яблоки упадут, потому что после того, как они полежат в траве, примнутся, прилипнут, уже гораздо сложнее это делать, особенно после дождя. Но особенно если у вас много мелких яблок, много падалицы, это просто шикарное изобретение. Мне кажется, надо Нобелевскую премию дать тому человеку, кто это придумал. Это не реклама, Гардена мне ничего не платит за то, что я рассказываю про их инструменты, но мне на самом деле очень нравится их продукция. У меня сейчас практически все инструменты от Гардены последнее время. Ну, а возвращаясь к этому плодосборнику, после того, как вы набрали полную корзинку, вы просто ссыпаете эти яблоки куда-то.
Можно прямо в корзинку, можно в какой-то бак потом в компост относить, ну, смотря что вы будете делать с яблоками. Но единственный момент, то, что, конечно, если вы яблоками планируете как-то в дальнейшем пользоваться, да, падалицы и сок из них делать, пироги и тому подобное, вам потом нужно будет рассортировать эти яблоки, потому что, конечно, она собирает без разбора все, и хорошие, и плохие. Но это, согласитесь, гораздо быстрее, чем руками собирать все эти яблоки с газона. Мой обширный ассортимент секаторов. Какие-то совсем старенькие, какие-то поновей. Ну, во-первых, вот такая моя рабочая лошадка Fiskars. Это сучкорез. Он позволяет резать достаточно толстые ветки. Он у меня уже очень-очень старенький. Мне кажется, ему уже больше 10 лет. Лет 12, если я не ошибаюсь. Он еще финский. Сейчас, я знаю, иногда и ругают Fiskars, их стали делать в Китае, говорят, качество пострадало, но я своими абсолютно довольна. У меня их три. Второй — это вот такие ножницы для живой изгороди, я ими стригу самшиты, какие-то кустарники, которые нуждаются в стрижке. И третий вот такой маленький секатор. Секатор очень удобный. Он уже открывается вот. Он уже немножко затупился, но у него такая очень интересная система. Сейчас покажу. Видите, тут вот такие зубчики, и ручка прокручивается, когда вы ее сжимаете. Благодаря этому он может резать даже достаточно толстые ветки. Вот этим колесиком регулируется степень, насколько он может открыться и насколько сильное будет усилие при обрезке. Я им в основном сейчас пользуюсь для обрезки деревьев, потому что он уже немножко затупился за столько лет. Покупала вот эти все три одновременно и ни разу не точила, до сих пор жив, то есть сталь очень хорошая. А потом два вот таких секатора Wolfgarten. Когда-то очень давно покупала, закрывали садовый магазин, кажется, назывался Bauland, не помню точно, распродавали все, что там было. Вот купила два таких секатора, один из них специальный для роз, у него вот такая вот приступочка, сейчас покажу поближе. Когда вы срезаете ветку, роза остается, ветка, держаться за счет вот этой приступочки. Вот здесь вот видите, такая наковаленка. Вот лезвие идет, а ветка остается зажатой. На самом деле, если честно, не очень я оценила этот секатор, потому что, видите, у него здесь принцип работы немножко другой, нежели у Fiskars. Fiskars работает по принципу ножниц, то есть у него лезвие заходит на основную вот эту вот наковаленку. Видите, оно заходит за нее. У Wolfgarten лезвие упирается в наковаленку, соответственно, он делает не очень чистый срез. На розах это критично, и поэтому я им сейчас для роз, несмотря на то, что он специализированный для роз, ну вот для роз я им не пользуюсь, потому что он быстро затупился, потому что лезвие упирается в наковаленку и тупится быстро, и, ну, мне показалось совсем неудобно. Второй куплен с ним одновременно. Принцип действия абсолютно такой же, тоже лезвие упирается в наковаленку, соответственно, быстро затупился, ну, тоже пользуюсь для каких-то не очень ответственных мест обрезки. В принципе, такой же точно, как предыдущий, только нет вот этой специальной зажимной штучки для роз. И один из новых, Gardena, сейчас в основном именно им розы обрезаю, подарили друзья. Очень удобный, в общем-то, никаких претензий к нему не имею. Острый,
ходят у меня не очень долго, с начала этого сезона. Где-то в сарае есть еще один очень похожий, то ли такой же, то ли почти такой же. В общем, в целом весьма довольно хороший секатор, что Гордена, что Фискарс. Мне нравится. Спустя 2 недели я наконец-то могу скосить газоны. Я очень люблю косить, потому что это дает такой моментальный эффект. Сразу, даже если клумбы все в сорняках, с покошенной лужайкой, все смотрится сразу намного-намного аккуратнее. Последние 2 недели косить не получалось, потому что постоянно лили дожди, трава была мокрая, она достаточно сильно переросла, и вот сейчас я наконец-то ее скошу. Меня просили показать, как я пересаживаю пионы. С пионами я, несомненно, обхожусь гораздо более бережно, чем с хостой. Уже пользуюсь только вилами. Вообще, с пересадкой пионов есть 2 особенности. Особенность первая состоит в том, что пионы лучше всего трогать именно в конце лета, либо осенью. Весеннюю пересадку они очень-очень не любят. Я пробовал пару раз таскать пионы весной. Они замирают, сидят до осени, ни живы, ни мертвы. Мне не понравилось, больше так не делаю. И момент второй, который я испытала, так сказать, на собственной шкуре. Пионы не рекомендуется пересаживать как есть, целым кустом. То есть вот даже если вот весь этот большой куст я выкопаю, его нельзя пересаживать как есть, целым кустом. У меня была история. В прошлом году я пересадила так пион. У меня был очень красивый сорт. Вернее, он и есть. Молодые цветки зеленоватые, потом они распускаются розовыми, потом белеют. Очень красивый сорт, мне было его очень жалко делить, потому что он только-только нарос, только набрал массу, и я его пересадила как есть. И, честно говоря, я об этом пожалела, потому что в этом году он у меня, все бутоны, которые выдавал, они засыхали, отсыхали, и вообще он выглядит весьма угнетенным. Честно говоря, вот жалею, лучше бы я его поделила, и, может быть, я так и сделаю в итоге. Ну, а вообще куст делится на несколько частей. Вот, например, вот этот куст смело можно на 4 части поделить. Ну, посмотрим, что там с корневой. И у этих деленок мы сносим ботву и уже сажаем их на новое место. Конечно, в таком ключе придется подождать несколько лет до того, как пионы опять зацветут, пока он наберет нужную массу, но зато после того, как он уже эту массу набрал, пион может сидеть на самом деле на одном месте долгие-долгие годы, и его совершенно не нужно трогать. Ну, а этот у меня, к сожалению, мешается, поэтому придется его перетаскивать на новое место. Тоже, кстати, очень красивый сорт, называется Сара Бернар. У него нежно-розовые, очень густомахровые такие помпоны, цветки. Очень красивый, ну, хотя, как и все пионы густомахровые, к сожалению, ложится мордой в грязь в случае дождей. Ну, вот зеленочка, которая... пример того, что должно получиться. Вот видите, несколько вот этих крупных корней, несколько веток у основания почки, которые на следующий год дадут побеги. И просто обрезаем всю ботву. Листья можно даже вообще не сохранять. И вот в таком виде пиончик наш готов переселению на новое место жительства. Еще один важный момент при посадке пионов. Очень важно не заглубить почки, которые у них находятся у основания. То есть, когда вы сажаете деленка пиона, обязательно контролируйте, чтобы у вас побеги оказались на том же самом уровне, на котором они были до пересадки. Потому что если вы пион заглубите, если вот эти почки уйдут слишком сильно вглубь, по-моему, они должны быть максимум на 5 сантиметров в глубину. Вот если они сильно уйдут вглубь, то ваш пион перестанет цвести. И если, кстати, вот вы посадили пион, и он не цветет, хотя уже нарос достаточно большой куст, возможно, дело в том как раз, что он у вас слишком глубоко сидит, и вот эти почки ушли в землю.
Если слишком высоко оставить, то, опять же, это не очень хорошо, потому что, насколько я знаю, будет хуже зимовать в этом случае ваш пиончик. Ну что же, я, как всегда, жду ваши вопросы, замечания, комментарии внизу под этим видео. Как всегда, постараюсь на все ответить. На сегодня все. Всем пока!